Итак, всем привет. Как видите, сейчас до сих пор утро. И это видео я снимаю сразу после того, как я сняла свой утренний летсплей. Я его уже заливаю, как видите. Вот. И я смотрела одно видео. Вот. И мне так понравилась эта игра, что я ее скачала, Мэм Смайл. Вот, и как и по названию, то она настоящая нервы. И сейчас я тоже буду играть против нее, как написано в этом видео. Вот видите, Мэм Смайл против Нефёдыч. Кстати, это тот человек, кто снимает Шкалоблогер. Ну так вот, начинаем. Вот тут Enter. Ну ладно, знаем, но не нужно. Блин. Это как-то уже слишком. Да. Еще не проснулась. Надо было еще. Надо было в эту. Надо будет в эту поиграть. Куда-нибудь летсплей. Чё я делаю вообще? Не понимаю. Моя жизнь не осталась. Блин, на автомате. На автомате, да. На пушке еще похожу, на пистолете. И на автомате. Это был автомат. Тут облаивается. Туда не надо. Я пойду легким способом. Обочку убиваю. Значит, на пэд четвертым, на вот этим вот кубиком до 4 фейса. Ну, привет. Я знаю, уверен, у него... Ой. Так. А теперь... Разбегаемся, потому что... когда мы возьмем вот эту вот штуку, то там выйдет там вот это вот... Окей, фейс. Почему я не могу перепрыгнуть? Вот, видите? Хорошо, что я чекпоинт взяла. Ровно 3 минуты. А. Ой, вот что тут. Все по шишкам делать. Блин. Да, нельзя падать, там везде кубики. Это что-то типа моя, но только китайского. Я, может, китайский уже, но если это не китайский, то это и просто. Я знаю, вы прямо не падаете. Вы прямо не падающие. Итак, Раздвигаемся. Так, зарядка. Так, готово. Размялись. Приготовились. Назад нельзя пойти. Я назад. Даже на кубик нельзя встать. Нет, я почти перепрыгнула её. Видите, там везде. Как я и говорил. Ой,
Воу, воу, воу. Вот это вот точно на... Сразу двоих. Джекпот. Хотя ладно, нет, только если бы я четырех сразу. И... Что там дальше? А, туда нельзя. Блин! Да. Ошибку совершила, ошибку. Теперь понятно, зачем там вот это вот. Зато фейс упал. Да. Ну чё вы любитесь, а? Я на него прыгнул, он должен был погибнуть, умереть. Страшная смертью. А вы двое упадёте. Ха-ха-ха. Ха-ха. А, я знаю, почему он такой. Вот, видите, какой он убивается. Он типа согласился со всем этим, вот такой уже. Сумасшедший. А что, он был ученым, а так как он весь белый, то ему нельзя носить белый халат. И вот он так улыбается всем. Блин, и про эту штуку забыла. Блин, я уже почти 8 минут на одном тоже. Так, сейчас попробую одной рукой пройти. Знаете, получается. Ой, тихо. Разгоняемся и пушок белый. Блин. Одной рукой. Да вот просто молчать. Зато монетки собрала. Вот я так буду постоянно говорить. Зато не умею. Тебе что, отсюда не увёз? Хотела всё одной рукой пойти. А вот ты всё испортил, кубик. Чё любите? Одной рукой. Что они погибли? Я монетку собрала. И я старше. Опачка убивает. Можно мне травы? А, то есть есть хочу.
Я не знаю, почему он летит сверху. Его уволят с работы, и теперь он вместо того, чтобы быть богом, он с небес. И он такой вот несчастный. Но я его не жалею, потому что не надо же меня убивать, если ты просто хотел бы. Отлично же. Надеюсь. 17 жизней. Точнее, минус 17 жизней. Вот видите, убивает. Только 11 минут. Еще целых 9 минут этих. Одну монетку забыла. А, уже минус 19, да? Но ведь моя сама не за. А, ну да, я там упала. Ай! Нет, нет. Нет. Не помню я мелодию из Май. А может мне под эту мелодию написать песню, а? Что, у меня хорошо получается писать песню. Надо же подушку на себя и создать музыкальную базу. Без музыки, потому что у нас голоса и так хорошо. Посмотрю. Я думал учусь, как всегда, да? Не, я лучше. Давайте о чем-нибудь поговорим. Например, что я убила не то, что я упала, я была то, что меня этот вот Wolfface убил. А он ко мне потом попал. Да. А, и, кстати, можно вас о кое-чем попросить, если вы сейчас это видео смотрите, надеюсь, не слушаете его. Потому что, например, я так всегда делаю. Не, ну, конечно, не все, но просто моменты, когда я смотрю, то я, конечно же, смотрю, а не слушаю. А то мало ли там музыку не поставили, и просто скука. Такой, я как бы хочу, ну, вы знаете, Эю и Ксюшу. И Ксюшу, и вот, у них там, ну, есть Ксюшин канал, есть Эйн канал, и есть их обеих канал. Вроде бы называется Ксюша Эя Фэнс. Так вроде бы называется, и наоборот, и не помню уже. Вот, и у них как бы, типа, например, у Ксюши Bubble Summer Productions, у Ксюши, у Эйя Dark Wolf 4 Productions, вот. А если я тоже хочу какой-нибудь Productions, ну, просто в каждом видео писать мой ник, который, кстати, не я выбирал, а YouTube. Ну, просто я там хотела написать что-то там, я вообще не знаю ничего о пчелках, вот, и хотела просто написать Sony 12, ну, уже это было занято кем-то, и, ну, я поставила вот это вот тут, которое у меня сейчас стоит, вот, и поэтому хочу
вместо того, чтобы писать свой ник, который мне не нравится, но новый канал создавать не хочу, потому что мои 4 подписчика, они никогда не заново не подпишутся на новый канал. Ну, хотя вообще-то я его сделала, но новое название у него тоже не очень. Вот. И поэтому хочу себе придумать, ну, хотя бы идеи дайте там насчет названия Productions. Ну, например, я сейчас тут рисую. Да, не обращайте внимания, там зеленая, просто я как бы решила срисовать с Ксюши, ну, самого кота, не, я не собираюсь просто обрезать, как бы, и потом просто выложить. Я собираюсь там, ну, вообще его перерисовать, может даже там, ну, чуть изменить, вот, а так я не копирую, вот, ну, как бы, что-то типа копирую. Но только это, только контур тела, вот. Так, сколько я уже играю? Блин, еще 4 минуты в эту игру играю. Вот, и как вы видите, там был значок инь-янь. Вот я думаю, может назвать свой продакшн инь-янь продакшн. А что это у меня 2 скайпа? Ай. Ну, напишите в комментариях и на канале напишите там какие-нибудь идеи. Ну, лучше на канале, потому что я это видео наверняка не буду смотреть, а то только я дам ему свои просмотры. Я многим из своих видео случайно дала. Ну, просто там постоянно эдитировала, ну, например, как блог свой делать. Вот. Потому что опять просмотр вроде бы я сделала. Не, меня эта игра уже достала, давайте просто поговорим. Ну, хотя ладно, все, заканчиваем видео. Короче, напишите идеи либо в комментариях, либо на канале, лучше на канале оставите идеи, как назвать мне свои productions. Извиняюсь. Вот, ну, у меня есть идея Yin-Yang Production. Вот, как видите, тут нарисовано. Вот, ну, я пока что еще не знаю. И, ну, короче, пишите. И всем спасибо за просмотр. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь. Если вам понравилось только это видео, можете поставить ему лайк. Всем спасибо за просмотр. Пока.